Сергей Данилович, скажите, пожалуйста, что повлияло на ваше решение о принятии игрока в выигрыше предыдущего? Ну, я принимаю решение как собственник, который доверяет управлению. И Сергей, открывая сегодняшнюю встречу, в вступительном слове хорошо пояснил критерии, которые принимает собственник, оценивая каждого из игроков. Безусловно, доверие, да, доверить собственность нужно. Итак, слово первое, слово доверие. Слово доверие, оно реализуется, безусловно, на культурных ценностях, на убеждении того, что игрок демонстрирует понимание цели и продвигается к цели. Поединок предлагает продвигаться к цели. Поэтому доверие, еще раз, доверие можно оценить с точки зрения оценки, и продвигается игрок к цели, поставленной перед ним или нет. С точки зрения собственности. Собственность, которую доверяем, это ресурсы. К ресурсам относятся, в общем-то, отношение к ресурсам в первую очередь подтверждает компетенции. Ресурсов много, это и деньги, и товар, и технологические ресурсы, и в большей степени на эффективность компании влияет персонал как ресурс. И умение сохранять отношения с персоналом и приумножать материальные ресурсы, это и есть ожидание собственника. Поэтому вот те критерии, которые я использую для принятия решения, отдавая голос одному из игроков. Скажите, пожалуйста, легко ли давать обратную связь игрокам? Как заработать тяжело только первый миллион, остальное дело привычки, поэтому для меня это не первое судейство, поэтому для меня, в общем, это требует напряжения, но не является проблемой. Последний вопрос по вашему мнению, какой самый главный навык успешного переговорщика? Все-таки это совокупность навыков, понимать, я думаю так, что продвинуться к своей цели можно хорошо, понимая цели противника. И если хорошо понимаешь цели противника, можешь использовать это для достижения своих целей. Спасибо большое.